Сегодня Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области, вручила диплом Андрею Костюшкину, директору театра музыки, драмы и комедии, за спектакль саунд-драма «Старик и море», который попал в лонг-лист «Золотая маска». Лонг-лист к премии «Золотая маска» – это список наиболее заметных спектаклей сезона. Продолжение темы в сюжете Юлии Балдиной. Счастье приходит к человеку во всяком виде. Раз его узнаешь. Премьера спектакля саунд-драма «Старик и море» состоялась 1 июля 2023 года. Именно она закрыла 72-й театральный сезон театра музыки, драмы и комедии. Постановка попала в список 100 лучших спектаклей сезона 2022-2023 годов по мнению экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска». В лонг-лист было отобрано 94 спектакля драматического театра и театра кукол, а также 21 спектакль музыкального театра. Вручить диплом премии и поздравить коллектив театра с таким важным событием приехала Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области. Театр получил золотую маску. Вы знаете, чувство гордости за город, за театр, оно меня переполняет всегда, как только я об этом говорю, поскольку за всю историю существование «Золотой маски» впервые в Свердловской области «Золотая маска» не осталась в городе Екатеринбурге, а уехала в такой замечательный театр, в Новоуральский театр драмы, музыки и комедии. Для нас это, наверное, награда тоже очень особо ценна, потому что мы присутствовали в лонг-листах и номинировались музыкальными спектаклями, а вот сейчас в лонг-лист попала наша драматическая постановка. Это для нас тоже определенный шаг вперед, потому что мы, как скажем, уровень показываем не только наших музыкальных спектаклей, но и драматических, которые совершенно другие по существованию артистов, по какому-то накалу, напряжению. Вот поэтому это очень радует, прежде всего, я радуюсь за коллектив, за театр, что мы можем держать вот эту планку, уровень. Вот, ну и думаю, что впереди еще много интересного. Отметим, что в 2023 году спектакль «Старик и море» попал в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска». До этого подобная награда присуждалась Новоуральскому театру в 1999 году за спектакль «Ах, высший свет». А в 2021 году «Золотая маска» приехала в Новоуральск вместе со специальной премией жюри музыкального театра за нестандартность репертуарного мышления. Стоит отметить, что наш Новоуральский театр музыки, драмы и комедии стал первым городом Свердловской области, который вез маску за пределы Екатеринбурга. Юлия Балдина, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.